21 июля текущего года уже в третий раз с начала пенсионной реформы будет произведен массовый перерасчет и корректировка страховой части пенсии. Перерасчет пенсии предполагает, что если человек, уйдя на пенсию, продолжает работать, соответственно, работодатель за него отчисляет страховые взносы, пенсионный капитал его прирастает. Этот гражданин имеет право раз в год, через 12 месяцев после ухода на пенсию, либо через 12 месяцев после предыдущего перерасчета, написав заявление в управление пенсионного фонда, получить добавку какую-то к пенсии с учетом тех страховых платежей, которые за него заплатил работодатель. Вместе с тем, с 1 июля будет выполнена корректировка страховой части пенсии. Вот корректировка страховой части, она не предполагает подачу никаких заявлений, она делается в беззаявительном порядке и коснется в основном только тех, кто ушел на пенсию в предыдущем году, то есть в 2004 году. Что это такое? Если в момент назначения пенсии у данного пенсионера были учтены страховые взносы, которые за него заплатил работодатель, причем, так сказать, в полном объеме и за 2004 год, на момент ухода, которые за него были отчислены, и процент уплаты страховых платежей составлял, ну, значительную сумму, скажем, 90-95% предприятие рассчитывалось. А на конец года вдруг выяснилось, что предприятие, значит, имеет коэффициент уплаты страховых платежей в пенсионный фонд ниже, значит, того процента, который учтен на момент назначения пенсии, соответственно, возникает вероятность того, что по отдельным категориям граждан, где такая ситуация сложилась, что работодатель на конец года не рассчитался с пенсионного фонда, может произойти снижение размера пенсии уже той, которую вы на сегодняшний день получаете. Думаю, что более приятный момент будет все-таки с 1 августа. Я сейчас не могу сказать, в каком размере или в каких процентах будет проведена очередная индексация пенсии. Ну, по крайней мере, правительство заявляет, что с 1, значит, августа будет такая индексация проведена, которая коснется, соответственно, всех пенсионеров. И думаю, что 10-12% увеличения все-таки будет. Предварительно вот такая вот информация у нас есть. Значит, более подробно, конечно, мы на эту тему напишем, как только будет постановление правительства.